Надо найти убежище. Останавливаться. Давай, ты сможешь. Иди. Старый лагерь. Должно получиться. На ночь не хватит. Надо еще найти. Сухое, сгорится. Не надеюсь. Труп свежий. Мяса нет, но может еще что-то полезное. Назад в лагерь. Да быстрее ты! Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Мне нужен лук покрепче. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой.
Эти руины монгольские. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Пока что это никак не опустить. Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан — великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром после стольких месяцев в горах мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим.
Побоище в гробнице пророка многому меня научило. Мои братья мертвы, убиты все до единого. Последователи лжепророка гибли сотнями, но в конце концов они одержали победу. Я как мог запечатал вход в гробницу и сказал жителям соседней деревни, что пророк наконец-то мертв. И пусть держится подальше от этого места. На самом деле мне неизвестно, выжил ли пророк или нет. Но я следую за ними по пятам. От Ордена Троицы не уйти никому. Корона киевского князя. Как она здесь оказалась? Кого-то так в ней и убили. Троица, они здесь. Центр, как поняли? А черт! О, черт! Что это было вообще? В большинстве записей прославляется военная победа, но, похоже, они оставили что-то в этом районе. Ah!
отвечает отряд. Говорит командный пункт. Ответьте. Разведотряд, ответьте. В последнем сеансе связи у нас были помехи. Мы потеряли связь с разведотрядом на Южном хребте. Последний раз они были в монгольских развалинах. Собирайтесь. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Надо рану перевязать. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Заброшенный комплекс времен холодной войны. Черт, это делает троица. Сойдет. Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Эти грибы – это бледные поганки. Из них можно сделать яд. Yeah.
Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Надо отдохнуть. Холодно. Устала. Нет, это вы слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать после всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать. Хочу, чтобы ты перестал. Будь снова моим папой. Мы нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием. Связь все еще не важная, так что держитесь вместе. Надо их найти, пока они не устроили новый набег. Понял. Прочешем всю территорию. Мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача — найти пропавший разведотряд. Черт.
Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. У нас потеря! Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Это было через пару минут после боя у развалин. Затем отступили от штаба. Скоординированный ложный маневр. Они растягивают наши силы. Разведка обосралась по полной. Никакие это не крестьяне. Ага, это партизаны. Они сразу пошли обрезать нам. Нас все больше.
Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болтовня. Это истина. Мы все были разбиты. А Троица нас восстановила. Дала нам цель. Новый мир ждет. Даже неверующие сыграют свою роль. Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители приграничья дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом Троицы или... приставлять кинжал к горлу, они все равно молчат. И молча умирают, оставшись верными пророку. У него странное влияние на людей. Что ж, тем важнее заставить его замолчать. Людям из города в долине мы пообещали напасть с рассветом, но сами двинемся с восходом луны. Погоним перед собой Хашар. Пусть пленники Запада заслоняют нас от врага. Их мало осталось после перехода по горной дороге, но все должны служить Орде. Город манит нас. Он как долгожданный дар. Мы заберем свое и вернемся с добычей. Черт, он еще тут.
Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Выиграла время. Беглец пересек пределы Империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ Ордена был четким – преследовать лжепророка и его приверженцев в любых концах Земли и каленым железом выжигать их ересь. Но я полагал, что разберусь с этим еще много месяцев назад, а он по-прежнему скользает. Сейчас он пересек земли Хазар и направляется в горы Кавказа. Неудобное положение. Я знаю дюжину языков Империи, но здесь, вдали от Родины, зачастую единственным способом общения остается мой меч. А пророк, похоже, говорит на любом языке мира, как на родном. Холодно будет. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов.
Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Наверное, там что-то есть. Мария Адула застряла. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной 6 лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провианты и припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот только малость вздремну. Надо как-то расколоть лед. Теперь надо узнать, что там находится. Ah!
это да. Зачем было брать с собой столько добра? Все кончено. Мы здесь погибнем из-за Каральды и безумия Троицы. Моему кораблю не суждено снова увидеть воду. Мы вошли в Ледовое море поздней зимой. Надо было повернуть назад, но Каральд решил во что бы то ни стало продолжить поиски потерянного пророка. Он и его воины с мертвыми глазами подняли мятеж. Пока была возможность, мы плыли по мелководным притокам. Затем мерзавец заставил нас соорудить санные полосы и волочить корабль по суше. Отказ означал верную смерть и отлучение. Но смерть ждала нас в любом случае. Я позабочусь о том, чтобы он умер здесь вместе с нами. Я всегда держу под рукой яд на случай, если корабль захватят пираты. Теперь этот яд пригодится для другой цели. Описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. На портрете стерто лицо. Похоже, это был портрет пророка. Наверное, они были вынуждены скрывать свою веру. Теперь он углубился в землю русов. Такое чувство, что он дразнит меня, подпустит на день пути и тут же снимается с места. К зиме я домой уже не вернусь. Я остановился в деревеньке у озера под названием Светлояр. Наслушавшись речей пророка, ее жители отказали мне в приюте. Пришлось заночевать на берегу озера.
Какой-то юнец с иконкой пророка на груди попытался убить меня во сне. Пришлось показать на его примере, что ждет таких нечестивцев. После этого люди стали злобно коситься в мою сторону и плеваться, когда я прохожу мимо. Нужно скорее уходить. Безумие пророка расползается подобно заразе. Что-то вроде паспорта. Ее обладатель мог говорить от имени правителей Монгольской империи. На ней написано: «Силою вечного неба, указ императора. Тот, кто не будет с благоговением относиться, да будет виновен». Меж тем этот безумец продолжает идти. И я не знаю, что его подгоняет.
Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевал против болгар. Пришлось ее разделать и забрать мясо с собой. Но я близок как никогда. Оттуда, из-за гребня горы, раздается их пение. В ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в Орден с победой. Еще один день, всего только день, и я его настигну. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой.